Салам алейкум. Я заводил по понятным вам причинам. Мы будем показывать именно, где мы находимся. Сейчас бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмадхани Кадырова уже начали штурм завода. Есть результаты. Иншаллах, мы покажем этим натикам, шайтанам, этим бандеровцам, кто такие настоящие чеченцы. И вы уже знаете, потому что процентов, можно сказать, 40%, как мы приехали, мы освободили город. Наш лидер Рамзан Ахматович Кадыров нам поставил задачу, и эту задачу мы выполнили в любом случае, живым или мертвым. Иншаллах, Ахмад, Силаллах. Берлин не был, как раз. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю,